Островок благотворительности и радости, сцена на Ковалевском рынке «Лагуна» в День защиты детей была особенно популярна. Юные жители московского района вместе с родителями спешили на праздник смеха и веселья в компанию клоунам и юным артистам. Дети – это наши цветы жизни, это наша радость. Я хочу сказать огромное спасибо воспитателям детского садика, которым мы отдаем своих детей. Преподавателям школ. Сегодня очень много проходит выпускных вечеров. И они вложили в наших детей все знания, терпение, свой труд для того, чтобы было... Дети – это наше будущее. Фокусы и розыгрыши, конкурсы и подарки, песни и танцы. Главные гости мероприятия с удовольствием участвовали в подготовленной артистами программе. Акции общества с ограниченной ответственностью «Лагуна» уже давно вышли за рамки простых мероприятий. Именно 1 июня исполнился ровно год, как эта организация стала оказывать помощь двум тяжело больным мальчикам – Артему Колесникову и Ване Дубогрию. За время проведения концертов были собраны немалые средства, которые помогли ребятам почувствовать себя лучше. Уже вот годовщина вот исполняется сегодня, оказание помощи этим деткам, и они очень много достигли, они поправили здоровье, эти средства пошли на лечение, то есть помощь, конечно, всегда нужна. И я призываю все организации, всех, кто может оказывать помощь больным деткам. Лечение наше стоит, реабилитация, нам обходится в год 37 тысяч долларов. То есть для нашей семьи это... Пока мы могли, мы сами своими силами лечили ребенка. Теперь для нас это не под силу. Вот. Обращаемся ко всем неравнодушным людям, которые помогли бы. И очень благодарны, конечно, всем, кто отвлекается. Безумно, безгранично благодарны. Потому что Артемка наш меняется к лучшему. Вот мы надеемся, что он будет жить полноценной жизнью, радоваться вместе со своими братьками, сестричками. День защиты детей на рынке «Лагуна» стал ярким событием в календаре мероприятий Московского района. Здесь в праздничный день были радость и веселье. Здесь звучали счастливые возгласы и смех. Здесь торжествовало добро и сострадание, которое помогает родителям Артема Колесникова и Вани Дубогрия поверить в светлое будущее, в то, что такому празднику будут скоро радоваться и их чада.